Хей-хей, ребята! Всем привет! И это новое видео на моем канале. Поехали! В этом видео я буду раздавать ценные вещи на скайблоке. Вот вещи, которые я буду раздавать обычным игрокам. Один есть и второй сундучок. Так, давайте возьмем вещи. Давайте пишем Кэл. Если не примет, то будем отправлять уже другому игроку. И так далее. Вы видите, что происходит у меня в чате. Это без комментариев. Так, ищем игроков. Количество уменьшилось почему-то. Вот, нажимаю на Enter. Это Gold у нас. Это Gold. И он принял наш запросик, и тебе достаются подарочки. Поздравляю тебя, ты попал в наше видео. Шатео ЕНТО. Так, я возвращаюсь на мой дом. И давайте спасибо. Опять отправлять Кэл. Это обычный игрок. Голд быстро принял, а обычные игроки что-то боятся принимать. Видимо, не примет. Не примет на острове. Вот это беда. Ну, давайте заново писать Кэл. Зажимаю и... Опс. Это Шалкер. Тоже не принимает. Ну, ладно. ТП-хаться будем ко всем, без исключения. Пишем Кэл. Выбор пал на монстра. О, да, ребята, он принял. Он принял нас, и он на спавне. Это он, это он, это он. Надо его догнать. Да что ты, куда ты убегаешь вечно? Он убежал. Это вообще... давайте повторный телепорт отправим. Он все же выиграл. Но, видимо, не был на острове. Не успел добежать до своего острова. Не торопится. Ну, ладно, это его выбор. Давайте заново пишем Кэл. Выбор пал на магму. Давайте еще пишем Кэл. Вот так вот. Да, не принимают, что-то боятся. Ну ничего, давайте пишем еще Кэл. Так, выбор пал на тебя. Мне кажется, мы к тебе... Нет, нет, мы к нему еще не тпхались. Он пытается принять, но почему-то не выходит. А давайте ему напишем. Все, он принял, даже не пришлось писать. Так, и где он? Вот он наш. Счастливчик. Это бери, что? Бери. Что ты отказываешься? Ох, молодец. Напишите в комментариях, какой комплект лучше. Этот или этот? Мне будет очень интересно ваше мнение. Пишем Кэл. Опять. И выбор пал опять на Голда. Что на Голдов нам так везет? Это какая-то магия. Почему-то не принимает. Давайте поступим так. Этот кит мы положим в сундук на спавне. Давайте пишем спавн. Упс. И посмотрим, кто его заберет. И давайте положим наш кит в этот сундучочек. Давайте идите уже к этому сундуку. Ну что вы там бегаете-то, а? Мы позвали его. И что? И что сейчас будет? Ай-яй-яй. Эй, он был у сундука. Да что ж ты, куда ты пошел? Он пошел на шахту. Блин, ребята. Как же их позвать-то? Такую подсказочку оставили. Ну-ка. Пойдут или не пойдут? Он разгадал мою загадку, ребят. Вот это да. Вот так вот. Опять к этому шалкеру, который нас не принял. Но зачем к нему опять тпхался? Вот так вот. Отклонил. Вот это да. Не желает нашего визита. Вот так вот. Не принимает, увы. Пишем еще один Кэл. Примет или не примет? Мы уже каким уже тэпались? Наконец-то кто-то принял. Хоть кто-то принял.
Поздравляю, ты попала в наше видео. Так, возвращаемся на хом. И берем уже этот кит. А, давайте. А, также пишем Кэл по старинке. Это уже озвучивать я не буду. Ну-ка, хоть ты прими нас, пожалуйста. О, молодец. На, получай, кит. Ай-яй-яй. Это что за зависание, ребята? Или дудосят, или что? Я не понимаю, что за зависание здесь. Пишем изго. И берем уже этот набор. Это последний наборчик. И пишем Кэл. На голдов нам прям везет. У него приватность. Так, напишем давайте. А я уже здесь был уже. Ну ладно. Это было все. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмий. Всем пока-пока.